Добрый день, дорогие друзья! С вами старший научный сотрудник Дома Гоголя Даниил Рясов, и мы продолжаем знакомить вас с экспонатами нашего музея. Сегодня речь пойдет об одном весьма интересном образце мужской одежды первой половины XIX века. На нашей необычной массивной вешалке вы можете видеть так называемый плащ-крылатку, весьма популярный в гоголевскую эпоху. Это, конечно, не оригинал, однако он сшит по лекалам того времени. Само название происходит от данной накидки, пелерины, которая внешне чем-то напоминает крыло. Кстати говоря, таких пелерин могло быть даже несколько. Еще одна особенность этого плаща – в отсутствии рукавов. Имеются только специальные прорези для рук. Несмотря на такой облегченный формат, крылатка неплохо защищала от ветра. Кроме того, под нее можно было надеть дополнительно другие теплые вещи. Интересно, что в культуре этот предмет гардероба нередко ассоциируется с Николаем Васильевичем Гоголем. Именно в крылатке зачастую он показывается в кинематографе, а также изображается на некоторых портретах. Обратите внимание на работы художников, представленные в зале воплощений. Это классический, можно сказать, хрестоматийный облик писателя. Ну а если вы заинтересовались нашим видео, то помните, что этот и многие другие экспонаты вы можете увидеть собственными глазами в музее Дома Гоголя. Приходите, мы вас ждем!